Всем привет, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Получил я еще одну посылочку от нашей любимой Ксюши, продавец викторинок ВКонтакте. Отличные цены, быстрое качественное обслуживание. Ссылка находится под видео. Ну и давайте посмотрим, что тут у нас. Давайте вскроем. Викторина Сентинель, кстати, скрывает. Ну, здесь у нас... Вот Ксюша не может не радовать, всегда ложит такие вот фирменные пакеты Викторинокс. Ну, в общем-то, он достаточно крупный. У меня уже все близкие, знакомые ходят с такими пакетами. Упаковано все качественно. Приятно иметь дело с таким человеком. Давайте посмотрим, что тут у нас. В принципе, я знаю, конечно, что здесь. Я обычно вообще анбоксинги в последнее время не снимаю. Тут просто захотелось с моими друзьями поделиться впечатлениями. Вы знаете, Викторинокс всегда дает массу эмоций мне. Давайте на коробочку. Hunter Pro Orange. Так, ну что ж, открываем. Такой вот чехол. Тут у нас инструкция. Ну, как смазывать, стандартная инструкция. И тут как складывать. Так, ну стандартная коробочка, немного нестандартная инструкция, вот такой вот чехол. Ну давайте откроем. Здесь вот такой вот нож. Интересно. Ну чехол, в принципе, давайте вам в макро покажу. Ну все аккуратно, конечно, прошито. Тут у нас, кстати, вот тут вот еще такой кармашек есть. Что-то можно положить. Или это не кармашек? А, ну это не кармашек, это... В принципе, возможно, чтобы что-то подвешать. Здесь у нас это получается на чехле 0,9... О! Ну, видимо, артикуль самого чехла. Вот такой вот подвес. Ну, в принципе, сюда тоже, скорее всего, ремень можно продеть. Я думаю... Ну, в общем-то, вот такой вот подвес, вот такой вот чехол. Все прошито аккуратненько. Давайте посмотрим. Ну, швейцарское качество, в принципе. Тут у нас такая ткань. Вот такой чехол из ткани. В принципе, нож вот так вот помещается. Ну, нормально, я думаю. Достойный чехол. А давайте посмотрим на сам нож, друзья. Вот такой вот Викторинокс Hunter Pro. Оранжевую рукоятку я взял, так как предполагается нож использовать в лесу. Сразу хочется отметить, что рукоять удобная, низкие прямые спуски. Давайте по люфтам посмотрим. Вертикального нету. Горизонтальный. Ну, какой-то совсем минимальный шат. Но я думаю, не критично. Ну, вот так вот все это работает. Замочек у нас backlock. Тут у нас надпись Викторинокс. Ну, я думаю, будет видно вам. Небольшое фальшлезвие. Тоненький подвод, сведение тоненькое. Тут у нас надпись Swissmade, значок Викторинокс, пластик такой прорезиненный. Ну, приятно, приятно, друзья. В принципе, сложить нож одной рукой вполне возможно. Вот так вот его не откроешь, как спайдерка. Вот так вот за спайдер-хол можно, конечно. Рукоять, ну вот рукоять должна быть удобная, я думаю, удобная рукоять на данном ноже. Цвет такой оранжевый, прям яркий-яркий. Ну, в принципе, вот так вот все это работает. Давайте я возьму весы, линейку, бумажку и, собственно, что-то мы с вами померяем. Так, ну и что ж, друзья, первое, что меня интересует, это вес данного ножа. Нож такой достаточно увесистый, в общем-то. Давайте взвешаем. 161 грамм. Чехол
33 грамма. Ну, в принципе, 161 грамм. Антайо Рид у нас весит 147, по-моему, грамм она весит. Ну, в принципе, примерно одинаково. В общем-то, второй момент, который меня интересует, это толщина по обуху 2,8. Давайте вот здесь вот еще. Ну да, 2,8. 2,8 миллиметра нож. В принципе, резак. Спуски у нас, однако, прямые, низкие. В общем-то, ну, под дерево он... Ну да, спуски прямые, друзья. По дереву должен нож работать. Давайте заточку из коробки испробуем. Ну, кто бы сомневался. Ну, хорошо заточен нож из коробки. Ну, как и всегда, с викториноксами никаких проблем нету. В общем-то. Так, давайте, что он набреет нам, посмотрим. Вот. Ну, видно, я думаю. Думаю, видно. Хорошо заточен нож. Тут, кстати, у нас насечка есть. Вот, посмотрите на обухе. Ну, неплохо, рука в него упирается. Таким вот кухонным хватом. Молоточным хорошо. Конструкция неразборная. Давайте общую длину померяем. Должен быть 225 миллиметров нож у нас. Ну да, так и есть 200 или что? Ну 226, по-моему, даже. Ну не суть. А в общем-то, давайте длину клинка 96-97, где-то 96,5 миллиметров. Ну что ж, такой полноценный, в принципе, нож. Victorinox Hunter Pro Orange. Оранжевый нож охотника, вспомогательный. Низкие прямые спуски, фальш-лезвие. Удобная рукоять, яркая очень, с приятным пластиком. Говорят, она загрязняется сильно. Ну, тоже все это проверим, посмотрим. Тут у нас такая 3D подпальцевая выемка. Ну, неплохо все пальцы ложатся. Хорошая полноценная рукоять. Клипса нету никакой. Ну, в общем-то, я не думаю, что для охотника какая-то клипса нужна, если есть чехол. Ну, вообще, на природе особой ценности в клипсе. В принципе, мы так или иначе берем рюкзаки различные. Ну, и по большому счету такой чехольчик подвешать на пояс. В общем-то, ничего страшного я в этом не вижу. Ну, что ж, друзья, поделился я с вами впечатлениями. Очень нож меня порадовал. Нож хороший, удобный, добротный, качественный, настоящий. Бэклок. Бэклок фактически, ну, без люфтов. Конструкция, опять же, неразборная. Интересно будет его потестить, друзья, интересно. Давайте немного с Сентинелем сравню его. Вот вам, друзья, размеры. Вот вам толщина по обуху. По длине клинка. Ну, я думаю, видно, понятно, тут у нас такая полировочка, тут такая матовая обработка. Даже как-то на пескоструй, что ли, похоже. Матовая такая, матовая какая-то обработочка. Ну, приятный, друзья, приятный, исключительно положительные эмоции. Ладно, друзья, будут у нас еще, давайте, баланс. Ну вот, в подпальцевой выемке. Ну, в принципе-то удобно. В общем, что хочу сказать. Ну, будут у нас еще видео по данному ножу. Будут тесты. Будет полноценный, более подробный обзор. Будут какие-то выводы. Но пока первое впечатление исключительно положительное, друзья. Классно. Ну да, Victorinox. Не добавить, не убавить. Ладно, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания.